Хотите приготовить такое вкусное и нежное сало? Тогда смотрите мой рецепт. Нам потребуется две небольшие прослоечки. Сейчас их надо помыть. Прослойки нарезаем вот такими произвольными дольками, не доходя до... Так делаем и со второй. На каждую такую прослоечку нам потребуется по 5-6 зубчиков чеснока. Все зависит от его крупности. То есть, если крупнее, то 5, если поменьше, то 6-7. Укладываем нашу прослоечку на фольгу. Добавляем пол чайной ложки молотого перца. И добавляем чайную ложечку без горки соли. Все вот так посыпаем. Выдавливаем чеснок. И теперь все тщательно втираем между кусочками нарезанными. Прям хорошо натираем мясо. Если вам кажется, что чеснока много, то можете сократить. То есть все по вкусу делается. Этот кусочек небольшой, примерно где-то грамм 200-250. То есть вот так вот натираем все между, сверху, по бокам. Формируем и начинаем заворачивать. Отправляем это в холодильник. Вот такие вот два кусочка отправляем в холодильник на 2-3 часа. Мясо должно немножко просолиться, пропитаться нужными для нас ароматами. Наше сало помариновалось. Отправляем в противень. Ну и затем в духовку. Сало мы запекали в электрической духовке сначала 30 минут при температуре 150 градусов и 30 минут при температуре 100 градусов. Оно дало сок у нас. Ну что, давайте распаковывать и посмотрим, что у нас получилось. Теперь осталось сало только нарезать. Сало нарезаем, когда оно уже остыло. Оно немножко постоит и напитается вот всеми нужными ароматами специй. Можно изменить по своему усмотрению. Если вам понравился рецепт приготовления данного сала, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, следите за моими новыми рецептами. Пока-пока!